Когда Христос пришел на землю, чтоб страдать, никто не смог его как Господа принять. Никто не верил в те большие чудеса, и что покинул ради них он небеса. Когда пришел он, чтобы скорби понести, приговоренный, чтобы грешника спасти. О, если б люди понимали, что их грех привел невинного Христа страдать за всех. Прости, Господь, ты наш неверный род. Прости, что отвернулся твой народ. Прости за то, что боль греха ты испытал, когда на крест зашел и в муках умирал. Его любовь есть бесконечна и чиста. Для всех людей явилась благодать Христа. Он принимает всех, кто жаждет доброты, кто ищет путь небесный вместо суеты. Прости, Господь, неверный род. Прости, что отвернулся твой народ. Прости за то, что боль греха ты испытал, когда на крест зашел и в муках когда на крест зашел и в муках